Сергей Федорович принимает у него анализы на готовность. Вот. Анализы. Мочак классный. Положительный. Резус положительный. Сейчас будет пожар. Мы проверяем. Чего вы проверяете? Огнетушители. Я же ответственный за пожарную безопасность. Там у тебя моча фиговая, не горит ни черта. Слушай, Сереж, что у тебя за бензин, а? Знаешь, пишки. Противопожарная? Правильно. Ну это облей. Серёжа, на бумагочку. Сырая. Пожарик гринул. Не тушить не может. На бумагу нет. Ты тоже снимаешь, да? Мы проверяем качество соляры. Так, а сейчас пожарная команда. Так, на исходы в автобус. Так, подожди. Пожарная охрана, она бдит всегда и в любое время, дня и ночи. Пожарный автобус есть, огнетушитель через один работает. Ну, не всегда. О, вот. Последний пожар. Туши. Капай, капай на него, капай. Ура! Потушили. Все. Очаг возгорания ликвидирован. Так. Рокеры на эстраде. Все, пожар. Садись. Сергей Федорович, садись.
Это называется огнетушитель, Олег Иванович. Как он работает, сейчас покажу. Хочешь? Ой, чуть не получилось ведь на самом деле. Это в то время, когда все находят пожарная охрана в столовую, а они тут, блин, располагают.